Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. В Албании сильные ливни привели к наводнениям во многих населенных пунктах. В результате непогоды подтоплены сотни домов. Особенно пострадали южные районы, где были эвакуированы десятки семей. На севере страны из-за непогоды нарушено автосообщение. Каких бы материальных благ человек не приобрел, он их все равно рано или поздно утратит. Самой же большой ценностью являются нематериальные приобретения, а именно духовные знания, благодаря которым может совершенствоваться как сам человек, так и общество, развиваясь в целом.